Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале... Сегодня мы будем снова проверять лайфхаки и приколы в игре Schoolboy Runaway. И надеюсь, что в этот раз они будут такими же веселыми, как в предыдущих видосах. Настоятельно вам рекомендую их посмотреть. Ставьте лайк, и мы начинаем. Поехали! Правда ли, если ты поднимешься максимально вверх в игре Schoolboy Runaway, помимо того, что ты не будешь видеть землю, а просто какое-то месиво, после чего ты отключишь флай, то Андрюшка разобьется и станет похож на лепешечку. Но так ли это на самом деле? Сейчас проверим, я не знаю. Но как минимум самолетов здесь нет. Okay. Одну легенду только что развеяли. Ладно, убираем флай и летим обратно домой. Мама, папа, я домой! Кстати, вот мы, кстати, мы можем управлять полетом. Прикиньте, надо только мод выключить. Да, не, все нормально. Походу, у Андрюшки титановые ноги. Здорово! Один лайфхак развеяли. Миф. Вот такие приколы. Пап смотрит футбол. Все как обычно. Но если прямо сейчас я нажму на папу и сделаю так, чтобы он наказал меня, чтобы я бегал, он будет продолжать сидеть смотреть телевизор. Только без телевизора и дивана. Включаем выбранное состояние для отца. Давай, бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Батя, с тобой все нормально. Видите, все-таки не зря этот человек нас тренирует бегать и приседать. Потому что если... Че смотришь? Беги! Подожди, дай скажу до конца. Потому что если мы будем следовать его методике, то мы сможем потом держать такую же планку ногами, как и он, да? То есть вот так вот зависать офигенно в воздухе. Но... Не кричи на меня, баба! Прикиньте, насколько у него реально сильные ноги, чтобы вот так сидеть. Этот человек меня не перестает удивлять. Но бегать я, конечно же, не буду. Давайте посмотрим, как он встанет и накажет нас по-другому. Иди сюда! Никогда! Давай ты... А, он умеет ходить! О боже! А! Только не за попку! Ты что, совсем тупой? Вот такой вот приколдес я обнаружил. Следующий лайфхак от подписчика. Хули, мама, ты знаешь, если просто устроить дымовую завесу, а потом открыть окно, то мама на это не будет обращать внимания. Но так ли это на самом деле? Сейчас проверим. Звоним звонок, выкуриваем маму с кухни. Садимся и ждем ее. Минуту. У нас есть две, можем подождать и три, если надо. Что-то мне кажется, что это не сработает, да? Но давайте попробуем. Выключаем вытяжку. Нужно сделать, блин, сколько дыма. Ну, вроде все, надымили мы по полные штаны, теперь открываем окно, ну и сразу вылазим из него. Я думаю, в принципе, почему бы и нет. Сработает ли это? Я не знаю. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Так, мама вернулась. И... Мой подписчик открыл окно на кухне. Ну, спасибо. Куда-то делся! Вот зараза! А ну иди сюда! Спасибо, подписчик. Спасибо, подписчик, за офигенный лайфхак. Он не работает. Итак, следующий лайфхак достаточно мудрёный и сложный, но я попробую его реализовать. Все дело в том, что нам нужно зайти в Schoolboy Runaway и во время заставки увеличить Андрюшку на 1000%, после чего нужно будет его размер вернуть до единички. Потом сразу же останется кнопка, что закрыть начальную сцену, пропускаешь, и при помощи читов просишь маму, чтобы она заставила тебя мыть унитаз, а потом ждешь, когда мама разозлится, и я якобы увижу концовку игры, когда батя меня наказывает ремнем от первого лица. Я не знаю, получится у меня, надеюсь, что да. Погнали, увеличиваем Андрюшку, игрок. Увеличиваем размер игрока до 1000. Так, я увидел. Ух, нифига себе, блин! В смысле, он уже куда-то разбегается на сено какое-то? А теперь до 1 нужно размер игрока. Окей, возвращаем. Так, ресет, так сказать. Ну, пока что-то ничего не произошло. То есть заставка сейчас должна пройти. А, да, видите, вот, идет до сих пор диалог с мамой. И потом, после того, как диалог закончится, я смогу уменьшить своего Андрюшку. Давайте пока вернем до отметки 1000. Так, диалог почти закончился. Андрюшка уже запыхался, я не знаю, куда он там бежит. Ну, да ладно. Все! Меня выбила реклама.
Не, все, что я сделал, это забаговал игру. Ладно, давайте попробуем еще раз. Кажется, я что-то сделал неправильно. Так, давайте тогда попробуем сделать так, чтобы нас мама наказала мыть унитазы, да? Выбираем наказание. Мыть унитазы. Включаем. Ну, раз швабра сама сломалась, значит, будешь мыть унитаз. Не, у меня вообще полностью сломалась игра. Не только швабра, блин, но и Андрюшка. Все, я не знаю. Я, видно, либо я что-то неправильно делаю. А? Что? Куда я попал? За нафиг? Ребят, я сломал игру в очередной раз я сломал игру. Каким-то чудесным образом я попал в итоге в закулисье. Как это работает, я не знаю. Ладно, я попробую еще раз. Так, давайте поэтапно. Игрок. Мы берем его, выбираем на 1000. На 1000 ставим. Теперь ставим 1. Пропускаем. Ну, раз швабра сама сломалась, значит, будешь мыть унитаз. По сути, если я не буду сейчас умыть унитаз, да, то меня накажут. Меня... Ёршик взял и молча отмывать всю грязь. Да, то есть я вот где-то там что-то летаю в небе, блин. А мама меня в этот момент наказывает, да? Заставляет... Мне долго? Вот, она ждет. Но я убирать ничего не буду, и она мне сейчас даст леща. И по сути будет вот эта концовка, где папа меня наказывает ремнем. Но мы ее будем видеть от первого лица. Ну так ли это на самом деле, сейчас узнаем. Ну, держи! А, вот. Так, мне дали леща. Сколько можно повторять? Это работает! Офигеть! Вообще, кто знал про это? Как ты узнал, человек? Ё-моё, Космотом, как ты узнал про такое? Я в шоке. Офигеть. Ребята, вот это реально что-то новенькое. С ума сойти. Вот поэтому я люблю эту рубрику, когда вы мне пишете всякие лайфхаки и баги в этой игре. Это, ну, я бы в жизни до такого не догадался, но это, прикиньте, офигеть. Итак, следующий лайфхак. Оказывается, ребят, прикиньте, вы можете взобраться по этому столбу с вот этой стороны. То есть по этому столбу можно залазить. А в натуре, блин, нифига себе! Ребят, сегодня у меня реально новые какие-то открытия в этой игре. Я думал, что я уже ничего не могу узнать нового про эту игру. А нет, оказывается, по столбу можно жестко запаркурить и вернуться обратно домой. Это что-то... Я упал. Давайте подумаем, как эти знания можно применить на практике. Допустим, ситуация. Вы задолбали маму дверным звонком. Она пошла на разборки с вашими друзьями, и вы пошли за ней. И вы хотите получить какую концовку? Правильно, утопиться в озере. Все, она меня заметила, но смотри сюда, мама Галя. Знала ли ты такое? Подожди, опа. Что я вот так умею. Она что, тоже умеет? Не, она не умеет лазать по столбу, и это радует. Давай без щитов попробуй. Я эту игру уже прошел от ата до я, блин. Так что не надо меня вот здесь упрекать в читерстве. Смотрите, дальше же. Вот, например, вы захотели получить концовку утопиться в озере. Что, все, что вам нужно сделать, это просто спрыгнуть сюда, побежать по забору. И все, вы, считай, уже у озера. И при этом вам не нужно было чинить лестницу, да? Потому что, ну, по сути, это намного сложнее найти все недостающие компоненты, чтобы починить лестницу, чем просто звонить звонок, да? А вон там рыбак. Я жду главу новую. Вон она стоит, мама наша, да? О, она сюда прям подбежит? Не, у нее здесь какая-то линия начерчена, она не хочет сюда бежать. Что ты, все ты? Смотрите, да, действительно, вот какая-то линия, за которую она не может выходить. Ну ты даешь, блин. Ну или, например, вы точно так же сделали, то есть вышли через калитку, залезли на столб. И если вы сейчас, по сути, спрыгнете, да, то вы получите какую концовку, правильно, вот эту необычную концовку. Не, леща от мамы я точно не хочу получить. Хоп, до свидания. Так что, лайфхак работает, пользуйтесь. Реально полезная тема. Итак, следующий лайфхак. Холли-бам, если открыть холодильник на 22 секунды, то мама скажет: «Ой-ой-ой, как холодно!» Вряд ли это так работает, но давайте попробуем. Все, мама идет поливать цветы. У нас, наверное, будет как раз-таки вот эти 22 секунды, чтобы открыть холодильник. На всякий случай я открою не только холодильник, но и морозильную камеру, да, чтобы наверняка, ну, замерзла вот эта мама Галя, да. А еще я включу таймер, чтобы точно знать, что 22 секунды прошло. Поехали. Ну, уже больше получается. Ну, короче, ждем.
Все еще ждем. Пойду там проверю, чтобы мама не шла. Не, пока не идет. Но как только будет ставить шланг, я пойду закрывать вот этот холодильник. Кстати, уже прошло 17-18 секунд. В принципе, я думаю, можно как раз... Да, вот, 22 секунды уже прошло. Я думаю, мы успеем это все вернуть назад и убежать из комнаты. Спрячемся за дверь. Все, вот, даже 30 секунд уже прошло. Скажет ли мама эту фразу? Нет, конечно, блин. На что мы вообще рассчитываем? Ой, блин, как холодно. Так, все, она зашла. Подожди, ты много говоришь. Что скажет мама? Очередной пранк от моих подписчиков. Спасибо, ребята, я как дебил потратил минуту своей жизни просто в никуда. Лайфхак не работает. Итак, очередной гениальный лайфхак от подписчика. Поехали. Для этого лайфхака нужно включить сложность нормально и потом постирать тряпку. Но возьми стиральный порошок, и мама скажет: куда пропал стиральный порошок? Потом замани маму с собакой, и потом она проверит дом. И она может проверить ванную комнату. И она скажет секретную фразу: в последний раз стирального порошка тут и не было. Звучит как фантастика. Ну ладно, давайте попробуем. Я стараюсь доверять своим подписчикам, поэтому... Так, тряпки нет, поэтому мы воспользуемся читами. Погнали. Вот она тряпочка, кидаем, берем порошочек. Куда что делаем? Правильно, заряжаем его сюда. Закрываем, ставим, закрываем дверь, включаем стиральную машинку. Стираем. Порошок мы не возвращаем. Все, как сказал мой подписчик. Приготовим сразу читы, чтобы вылететь на улицу. Так, все, оно постирало. Давайте выйдем на улицу. Так, спрячемся где-то наверху, чтобы у мамы не было шансов нас найти. Так, она вот здесь уже. Мне кажется, или... Куда пропал стиральный порошок? Я не трогал, честно-честно. Так, все, она пошла нас искать, но здесь она нас не найдет. Так, все, родители успокоились. Нужно вернуть стиральный порошок обратно. Погнали. Все, вернули, теперь идем драконить Бобика. Бобик! Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Давай громче. Громче давай. Громче! Так. Спрятался? Ну. Так, и она сейчас пойдет искать в доме что-то, меня там или нет. Ну, по логике, да? Ну, что-то не идет она в ванную. Давайте пойдем еще раз. Идем еще драконить Бобика. Это шум на улице? Ладно, Бобик, давай я тебе дам мясо. Бобик, блин, нифига себе у тебя аппетит. Да хавай, хавай, молча, блин. Давай, давай, он почти доел. Кстати, сразу давайте проверим другой лайфхак. А правда ли, если скормить Бобику 5 мяса, то он взорвется, блин? Я не знаю. А ну типа я тебя кормлю, ты, блин, на меня лаешь. На, еще покушай. А, все, мы не можем больше одного раза ставить ему мяско. Так, вон мама бежит. Мама бежит. Куда делся? В жопу мамонта. Давай, до свидания. Слушайте, очень странно. Ну, походу, лайфхак не работает. Походу, меня в очередной раз обманули подписчики. Ну, здорово. Ну, кстати, я даже без мода играл. Сейчас бы так спалился, бы так спалился. Можно еще раз постирать тряпку? Вот в чем вопрос. Давайте попробуем. Не, видите, вы можете пользоваться предметами только один раз. Короче, лайфхак не работает. Здорово! Я думаю, каждый из вас попадал в такую неприятную ситуацию, когда вы заходите на кухню и открываете дверцу от шкафчика, а оттуда, блин, выпадает бокал, который разбивается, потом приходит мама Галя и бьет вас по лицу. Так вот, один из моих подписчиков сказал, что есть лайфхак. Как избавиться от осколков бокала, чтобы вам мамка трамбулей не надавала. Для этого вам понадобится грязная тряпка. Звоним звонок. Ждем, пока мама выйдет из кухни. И что нужно сделать? Нужно открыть, разбить бокал. А после чего нажимать много раз на бокал? Много раз на бокал? Много раз на бокал? Походу, лайфхак не работает, ребята. Походу, это был не лайфхак, а пранк от моего подписчика. Ну, сейчас узнаем точно. Это что за осколки стекла на полу, а? Да, ништяк. Вот это здорово. Мам, я ничего не делал! Разве тебе ясно было сказано учить уроки? Может, он имел в виду сейчас, что можно вытереть грязной тряпкой, блин, осколки бокала? А? Они даже так не вытираются. Ё-моё, блин.
подписчик запранковал меня. Ну ладно, ничего, бывает. Я предлагаю тогда развивать эту идею с бокалом и попробовать вытереть осколки чистой тряпкой, а не грязной. Может быть, таким образом у меня получится это сделать. Я не знаю. Сейчас возьмем немножко, так сказать, чистых тряпок и пойдем попробуем. Звоним в звонок. Дранга-ланга-манга. Отбегаем. Одну минуту. Все, мама вышла, можно идти смело разбивать бокал. Кстати, а что если его споймать вот здесь, вот здесь? А, не, он не ловится. Так, давайте вытирать, поехали. Поехали. Здорово, он не вытирается, я просто валю нафиг отсюда, с этого проклятого дома. Все, до свидания. Лишь бы не спалиться. Невозможно закрыть окно, находясь снаружи, ну здорово. Так, подглядываем за мамой. Ничего не случилось. Короче, ребята, метлу лайфхак... в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Короче, ребята, лайфхак не работает. Кто бы мог подумать. Я думаю, что ни для кого не секрет, что у папы Гены очень офигенная машина. И вопрос, а можно ли ее угнать? Да, то есть уехать на его машине прочь из дома к своим друзьям и покатать Вику на заднем сиденье. Сейчас будем проверять. Для этого нам понадобится, во-первых, ключи, ребята. Давайте найдем их в доме. Итак, я нашел ключи, ребята, наконец-то. А все это время они были в панели с читами. Лол. Забираем наши ключики. Без ключей, скорее всего, у нас не получится завести машину, что, в принципе, логично. Теперь следующий момент. Слышите, машина уже, кстати, заведена. Это странно, что она работает без ключей. А еще здесь ржавые колеса, поэтому, скорее всего, далеко мы не уедем. Итак, для того, чтобы угнать машину, нам понадобится вот эта панель с читами. Нажимаем на ноуклип, чтобы проходить через стенки. После чего садимся в машину. Давайте посмотрим, есть ли здесь вообще... Вау, какой салон в этой машине. О, смотрите, зато мы нашли гвозди. Вот это вообще, кстати, прикиньте, можно таким образом забирать гвозди в машине из багажника. Ну здорово, слушайте, ну теперь выключаем мод-режим, да? Все, мы в машине. Слушайте, вроде люка в машине нет. Ха. А я вылез. Мам, смотри, я в машине, тебя подвезти? На рынок не надо. Могу подвести, но она меня не видит почему-то. Это странно. Ну что, ребята, лайфхак не работает. Машину угнать в игре Schoolboy Runway нельзя. А хотелось бы, конечно, но увы и... Я думаю, ни для кого не секрет, что чтобы получить необычную концовку в игре Schoolboy Runway, нужно пробежаться по вот этим проводам и бежать до столба, после чего нужно спрыгнуть на землю и побежать направо или налево. Это мы все знаем, таким образом мы получаем ту самую необычную концовку. А что если побежать не по вот этим проводам? А по вот этим проводам. Это провод от звонка для дверей. И вопрос, смогу ли я получить эту концовку, если пробегусь по нему? Что-то я сомневаюсь, но сейчас попробую. Раз, два, три. Поехали. Не получилось. Концовка не работает. Оказалось, что таким образом мы концовку не можем получить, потому что почему-то этот провод не держит нашего Андрюшку. К сожалению. Увы и ах. А очень бы хотелось. Ну, я попробую еще раз. Нет, как видите, это не работает. Ну что, ребята, вот такие вот лайфхаки вы мне писали в комментариях. Напишите еще, если вы знаете какие-то. Я сниму еще одну часть, почему бы и нет. Мне лично очень нравится эта рубрика, потому что она реально веселая. И по сей день я узнаю что-то новое про эту игру, что меня действительно удивляет. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за ваши идеи, всем пока.